Два человека погибли в ДТП в Яранском районе. На полосе встречного движения столкнулись два грузовика. По предварительной информации, водитель одного из них выехал на встречку. Удар был такой силы, что оба водителя многотонных машин погибли. В Яранском районе на 208-м километре автодороги Киров-Советский-Яранск 37-летний мужчина-водитель грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Исузу» под управлением 44-летнего мужчины-водителя. В результате происшествия оба водителя погибли. Выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, является самым опасным нарушением правил дорожного движения, которое может привести к дорожно-транспортному происшествию.